В Уральске прошел международный ай-тест Тауелисасдек Толгауа. Вместе с акынами Казахстана в творческом мероприятии приняли участие лучшие импровизаторы из Монголии, Китая и Кыргызстана. 22 ай-тескера в песенных поединках воспевали жизнь страны за 30 лет независимости. Говорили о ее людях и достижениях. Ай-тест, прогремевший по всей области, посвящен 30-летию независимости и 220-летию Букеевского ханства. Мероприятие организовано при поддержке областного управления культуры и Центра культуры и искусства имени Кадыра Мырзали. Своим талантом, остроумием и глубоким смыслом сильнейшие мастера слова и на этот раз завоевали своего зрителя. С каждым разом уровень ай-теста растет, да и Уральск с каждым приездом обновляется, меняется к лучшему. Мы видим, как растет экономика региона, развивается сельское хозяйство. И этот современный дворец, где проходит ай-тест, тоже построен и сдан всего за 1,5 года. Это большие достижения. Выступление ай-тескеров оценивало авторитетнейшее жюри, которое возглавил народный артист Казахстана Асанали Ашимов. Аким области Гали Искалиев остановился на важности масштабного творческого мероприятия и пожелал участникам успехов. Я рад приветствовать всех участников ай-теста. Отрадно, что он собирает все больше приверженцев и любителей данного жанра. Его возрождение можно считать одним из свершений независимости. Желаю всем акынам успехов. Затем Гали Искалиев поздравил с 70-летним юбилеем одного из активных сторонников ай-теста, заслуженного деятеля республики, воспитавшего многих сильнейших поэтов ай-теста Жүрсіні Ермана. В целом, в международном ай-тесте приняли участие 22 акына. Особенно бурно зрители реагировали на выступления Рустема Каэртая, Айбека Калиева, Бекарыса Шойбекова и других. Также оживленно поддерживали местных ай-тескеров Мурада Мамерланова, Айнабека Бесенгалиева, Мейрмана Шакенова. Многих зацепили поединки алматинского импровизатора Шугаеп Сизымхана и Хазрет Бердыхана. Ахпатшаның тоқтатқан армиясын сырымдат ойқастаған белемес пе? Мен қазақ деп тоқтатқан кісіроны жұбанда жүрек жұтқан еремес пе? Оралбек батыр шығып тоқтатпап пет кавказдықтар келгенде ерегеске. Қазақтарды тоқтатқан жайықтағы жастардың да ерлігі келедеске. Шайхиып Асқар Палуан Нью-Йоркта Ақшты да тоқтатқан серемес пе? Бар әлемді тоқтатқан ел еусініп Риода бокспен төбелесте. Оралға кеп тоқтасам оқасы жоқ. Сондықтан ескегіңді бөлек еспе, өйткені бұл батыс мен түгілі күннің нұрын тоқтатқан жер емес пе ай. Ақындар айтысы өте жақсы өтіп жатыр. Ай-тест акынов проходит замечательно. Уровень и стиль каждого прекрасен. Я рад, что пришел сюда. Мне очень понравилось. Согласно жеребьевке, выходя на сцену и вкладывая весь свой талант в песенные состязания, акыны поднимали актуальные вопросы современности и подчеркивали самый главный фактор успеха – единство нашего народа. Во многих областях уже начали подготовку к Новому году, а здесь меня тронуло то, что западно-казахстанцы вплоть до завершения года празднуют нашу независимость. Это очень важно для всех, и это пример для всех. Этот ай-тест для нас особен тем, что он проходит на земле великих наших батыров, известных акынов и основателей казахского ханства, земле Хурмангазы, Кадыра Мырзали и других. В завершение ай-теста всем его участникам решением жюри были вручены благодарственные письма акима области, нагрудные знаки с сарамдатула и денежные премии. Полную телевизионную версию международного творческого состязания вы можете увидеть в ближайшие дни на нашем канале Акжаик. Алмагуль Джимпиисова, Рустем Ищанов, Талгат Муратбаев, Айдус Кисимов, телеканал Акжаик.